Астрономы нашли вторую галактику без черной материи. Выводы ученые сделали после анализа движения звезд внутри нее. До сих пор было известно лишь об одной такой галактике. Астрономы из Йельского университета обнаружили в созвездии Волос Вероники галактику, которая лишена темной материи. До сих пор было известно лишь об одной галактике подобного рода. Об этом пишет Astrophysical Journal Letters. К выводам об отсутствии темной материи ученые пришли после того, как изучили характер движения звезд в галактике. Открытие второго такого объекта было для нас не менее интересным, чем обнаружение галактики DF2. Это означает, что мы не ошибались и что вероятность их открытия гораздо выше, чем мы считали раньше, отметил один из исследователей Питер Ван Даккум. Он также заявил, что ни он, ни его коллеги не имеют понятия о том, как эти галактики появились. Темная материя не испускает электромагнитного излучения и не вступает с ним во взаимодействие, а потому увидеть ее невозможно. Согласно общепринятой теории, порядка 22% Вселенной отводится темной материи, менее 3,5% – межгалактическому газу, а звездам и планетам остается менее 0,5%. Все остальное пространство отводится темной энергии, а именно – 74%. Ранее сообщалось, что ученые обнаружили планету, атмосфера которой состоит из облаков железа и силиката. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net по материалам сайта newsgra.com.